Военные летчики сразятся за чемпионский титул российской хоккейной лиги. В четвертом матче полуфинальной серии ЦСКА ВВС победил лидера регулярного чемпионата «Смоленский Славутич». Военные летчики закончили первенство на пятом месте. Мы считались фаворитами, но это только на статистике. Вот. Игры были интересные, кость в кость. Поэтому очень тяжело было. Мы прижаты были к стенке, нам выступать некуда. Мы выходили полностью заряженные, отдаться полностью в этой игре. Либо пан, либо пропал. Авиаторы открыли счет в матче уже на первой минуте, потом его удвоили. Отличились Рукин и Систейкин. Однако смоленские хоккеисты вернули интригу в матче, отквитав две шайбы. Соперник тоже понимал, что эта игра может быть для них стать последней. Поэтому они все из себя достали, так скажем, все силы приложить для того, чтобы выровнять ситуацию, и получили так, что они использовали наши ошибки. Судьбу полуфинала решил на последней минуте второго периода при игре 5 против троих капитан ЦСКА ВВС Сергей Шиханов. Победный гол на его счету. Для начала хочется, во-первых, отдохнуть, потому что столько игр было за последнее время. Надо восстановиться, в первую очередь, физически, психологически. Ну, а думаю, там за неделю-то подготовимся, нам все укажут, как надо. И, в принципе, не важно, кто будет в финале. Надо выигрывать всех. ЦСКА ВВС в финале российской хоккейной лиги. Другой претендент на чемпионство определится в паре Мордовия-Ростов. Сейчас счет в серии до трех побед 2-2. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События.